Ответная игра молодежных команд «Спартак Рейнджерс» получилась не менее яркой, насыщенной опасными моментами, чем предыдущая в Шотландии. Игра в Сокольниках носила товарищеский характер, но соперничество в ней было по-настоящему принципиальным. Мимо проезжал, думаю, ну как так, знаю, что вот тут вот сейчас вот, думаю, ладно, с этой работы заеду и посмотрю. Все-таки молодежка пересилила, да? Ну, конечно, она же молодежка. Больше всего в команде мне Мазур импонирует. Его такой стиль игры, наверное. Такой, наверное, мне кажется, увидел, наверное, такие лидерские качества, наверное, что ли. Обговаривали это перед игрой с тренером, и он доверил мне это сделать. Так что я подошел спокойно, реализовал мяч. Каждый матч ощущаем поддержку наших болельщиков. Огромное спасибо за это, и ждем их каждый матч. Настраивали, естественно, конечный результат знать мы не могли, но то, что хотели сегодня выиграть на своем поле для своих болельщиков, это очевидно. И ребята приложили все усилия. Хотели победить, так как у нас у друга нашего есть друг еще в команде соперника. И вот чтобы он вот даже нас просил, чтобы мы сыграли хорошо, победили, чтобы можно было посмеяться над его другом. Very good. I think he's not happy, but he paid dinner for me now. Again? Yeah, self-explaining. Let's go. So, I appreciate it. Okay, that was good. I got for him dinner. But I promise you, next time is mine. Next. My time. So you kind of sad? You sad? Tomorrow. No, I'm not sad. I'm okay. Just disappointed. I need to win. I want to win against him. But you know what is good? Because he's not playing. That is good for me. He cannot say nothing. But your team promised to you, yeah? Yes. I said to my team, we have to win. Important game. Because if he wins, he talks too much.